Дяди, тети, здрасте. У нас есть ноутбук Asus, как поменять батарею. Пришла новая батарея, совсем запечатанная. И нужно ее заменить. Поэтому берем сейчас все это дело и скрываем. Откручиваем все эти шурупчики и поднимаем клавиатуру и аккуратно, чтобы вот это все разъемы не сорвать. Тут вот есть такая защелка, планочка, ее приподнять. Тут тоже планочка, там она уже что-то приподнято даже. Где она? Как-то так. Пыль и грязь, по-моему, надо сейчас прочистить. Ну, доставать не просто. Достается сама батарея. Все, батарею достали. Ну, сначала, чтобы прочистить, продуть, новую не ставить. Или когда прочищать, продувать, то батарею снимать, отключать, потом все это дело продуть, прочистить и после этого только все устанавливать на место. Батарею кинули и все, замена батареи произведена. Ну, а я тут пока почистю, продую вот эти вот мусор весь, что тут натаскал. Чтобы плату снять, то вот еще нужно подкручивать, чтобы до той стороны добраться. Простите, спешил, не показал. Самое главное, что когда вы разбираете, например, на столе, в моем случае на кровати, самое вот это важное, или помечайте, где какие были шурупы, или разложите их так, как они у вас должны. Например, вот такие длинные есть, короче. То есть чередуются они. То есть тут короткий, тут длинный, тут опять короткий. Короткий. Здесь длинный, здесь короткий. Длинные вот батарею, которые цепляют, которые входят между вот этим вот. Ну, то есть тут надо смотреть, когда, откуда что выкрутили, туда же и закрутить. Они по резьбе одинаковые, просто что по длине разные. На этом, наверное, и все. Всем спасибо за то, что заглянули. И самое главное, не болейте. А ну да, и всем большущий привет с Израиля. Вот так потихоньку и тут нашли, что поковырять. Там дальше будет что-то, один из телевизора, один есть, и еще там в комнате другой. Но это совсем другая история. Всем привет и до свидания. Извиняюсь, по скриптам. Куда ж без него. И забыл сказать еще по поводу, что когда клавиатуру вы подняли, то ее можно чуть-чуть отодвинуть и заменить батарею, не нужно ее снимать, шлейфы отключать, отсоединять. Потому что вот это не сказал бы сейчас, товарищи тролли, достали бы, что можно клавиатуру не снимать. Я машинально снимал, потому что нужно было его почистить, и как-то упустил этот момент. Поэтому вот сейчас каюсь. Признаюсь, что, ну, так, напомнить, что клавиатуру можно не отключать, шлифы клавиатуры. Ну, как-то так. Теперь точно всем пока.